Добрый день, дорогие друзья! Подписывайтесь на канал «Психолог советует» на Яндекс.Дзен, Ярус, Рутюб, Ютуб. Итак, тема сегодняшнего видео – учись на чужих ошибках. Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и корове. Но все они отвечали: «Мышеловка – это твои проблемы. К нам она никакого отношения не имеет». Чуть позже в мышеловку попалась змея и укусила жену фермера. Пытаясь ее излечить, жене приготовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. И, наконец, закололи корову, чтобы достойно накормить гостей на похоронах. И все это время мышь наблюдала за происходящим через дырочку в стене и думала о том, о тех вещах, которые ни к кому никакого отношения не имеют. Итак, если вас что-то не касается напрямую, не думайте, что это что-то не ударит вас по голове. До новых встреч, дорогие мои друзья. До свидания.